Друзья, привет. Приехал на пруд лужа поздней осенью, как вы видите, лишь с одной миссией. Мой постоянный зритель предложил, или, так сказать, посоветовал подняться вот на тот возвышенность, на ту возвышенность насыпную. Говорит, что оттуда открывается хороший вид на путь Ильича, на Комсомольский и на округу. Давно я это хочу сделать, но, в принципе, только сегодня выдалась минутка свободная. Постараемся туда подняться. Только будет разобраться, как туда подъехать или подойти. Ладно, сейчас я пройду чуть дальше вдоль. Может быть, там где-нибудь можно будет зайти, может, там какая-то тропинка или что. Так, ну вот пошла тропинка вверх. Та тропинка нас уводит в дубовую рощу. И вот сюда можно поехать. Ладно, сейчас разберемся. Даже не знаю, насколько эта мысль здравая. Велосипедом. Да нет, тут я не пройду. Все завалено. В общем, велосипед я вот здесь оставлю. Просто-напросто. Сейчас его пристегну. Ну вот как-то так. По сути, я его должен оттуда видеть. Надеюсь, никто не унесет. Тут вот недалеко подняться. Давно я никуда не забирался. Снимем в очередной раз часть Матеевки с высока. Осенняя Матеевка. Так. Пробуем забраться без последствий. Где-то мой велосипед. Плохо видно его, но ладно. Ну да, видок открывается неплохой. Вот у нас путь Ильича. Завод металлургический. Там пары пускаются.
сверлит. Можно вечно наслаждаться. Но пора спускаться. Звути-грюти. Так, осторожно, осторожно. Как можно осторожней. Может, тут где-то тропинка есть какая-то, я не знаю. Я ж как всегда. Тут тоже какие-то завалы. Наверное, какие-то здания были. Шиповник как раз собирать. Компоты варить. Столько листвы упало на воду. Интересное место. Это пруд Лужа. И благо, что недалеко от моего дома. Можно приезжать хоть каждый день. Хоть зимой, хоть летом, хоть осенью. Ладненько, друзья. Давайте на этом буду заканчивать это маленькое, коротенькое видео. Надеюсь, вы также получили удовольствие, как и я. Все, всем пока, до новых встреч.